Пану Богу, браття і сестри. Слава Богу, браття і сестри. Сердечно вас вітам, рівночесно припрошам. Іскренно вас привітаю і заодно извиняюсь. Тому що зайняв місце когось молодого на тим місці. Тому що я зайняв місце якогось молодого, принадлежащого тут. Але повім вам так щиро, що от коли почалася те конференції міжнародові тут в нашому домі молитви. Ну, искренне так скажу, що від того моменту, коли почалися міжнародні конференції тут, в цьому домі молитви, вчому так ще припатрує на ту молодіж. Я все приглядуюсь і смотрю на ту молодіж. Бардзо ще чеше, для того, що оглядам ту молодіж, як овоць праці Пана нашого Ісуса Христа. Смотря на ту молодіж, я вижу, як плод труда нашого Господа Ісуса Христа. Мимо того, що ми з'їхалися чи зійшли і зібралися на те місце з різних країв, несмотря на те, що ми приїхали, зібралися і прийшли з різних стран, для світа то є затрудно до зрозуміння, що всі спільні разом маємо єдного Отця. Для того світу трудно розуміти, що всі ми вместе маємо одного Отця. Так написано в Письмі Святому. Так написано в Священному Писанні. Так Бог повідав до певного мужа. Так Бог сказав одному мужу. Ми знаємо його докладно. Ми знаємо його конкретно. Твоїм іменем в тобі будуть благословені всі народи землі. В імені твоєму будуть благословені всі народи землі. І з того народу прийшов Ісус. І з цього народу прийшов Ісус. І всемогутній Бог є Отцем нашим. І всемогутній Бог є нашим Отцом. А щоб нам дійти до Отця, що нам дійти до Отця, безпосередньо ми не дамо ради нікт. Непосредственно ніхто із нас не в состоянии. А więc тут є такий напис. Поэтому здесь такая надпись, такая. В имени Иисуса Христа хвала Ему. Во имя Иисуса Христа слава Ему. Więc трохи вам заздрощивим через те лата аж до дня дзісейшого. Через ці года по сьогоднішній день я немножко завидував вам. Dlatego, że nie jestem już taki jak wy. Потому что я не такой, как вы. Но не смутьте się. Но не печальтесь. Вы будете такі, як я. Вы будете такі, як я. Хіба же Пан Бог... Разве лишь только, что наш Господь Бог задецидує забрати облюбеницю з подолу земського, рішиться взяти свою возлюблену з цієї землі, то втеді ані я, ані ви до мені подобні не будемо, станемося як ангелові на небі. Тому ні я, ні ви не будете похожі на мене, і ми будемо як ангели небесні. Правді, прагнемо з вами трошки чим поділити, кохане діти. Прибачте, що я так собі дозволю. І прежде всего хотів би поділитися з вами, возлюблені діти. Извините, що я так себе разрешаю говорити. Але теж повім браття і сестри. Ну, також скажу браття і сестри. Бо є тут хтось такий молодий посередку нас, що старше оде мені, сидить там під стінкою. Тому що є серед нас такий молодий, який старше мене, який сидить возле стіни там. Я хотів з вами ще поділити своїм дитинством і часом свого молодого життя. Я хотів би з вами поділитися своїм дитинством і того часу, яке я проводив в молодості. Певен такий пункт просто прийшло мені на мисль, що є потрібне, що я пережив з вами ще поділити. Определенным таким пунктом, что мне пришло на мысль поделиться с вами о том, что мне пришлось пережить. Правда, я jestem wierzący od lat 12 mojego życia. Я так верующий на самом деле от лет 12 моей жизни. Життя то уж досить прожилишь. Уже достаточно жизни мы прожили. Разом з жоном прожилишь праві уж 64 лета. Вместе мы с женой почти 64 года прожили.
Już mój syn, ja nieraz mówię, ten siwy dziadek Roman. Уже мой сын, а почасто говорю, этот дедушка седой Роман. Часу трошки прошло. Время немножко прошло. Но когда я только увижим, буду трошки скрасать, бо было бы то бардзо двого. Но когда я только обратился к Господу, буду сокращать, потому что это время немного займет. Таким малым хлопцем. Таким маленьким парнем. Я бардзо запрагнелым głosić Słowo Boże. Я весьма возжаждал так провозглашать Слово Божие. Но kierunek mój był w tym, aby opowiadać o Chrystusie okrzyżowanym i zmartwychwstałym. И моим направлением было такое, что рассказывать всем о распятом и воскресшем Иисусе Христе. Мне дозволили братья в 14 лет życia już w zgromadzeniu на веселах, на погребах głosić Слово Божие. И братья разрешили уже на свадьбах, на похоронах провозглашать Слово Божие. 14 лет. Bardzo cieszyłem się. Я весьма рад был. И была такая ситуация, что в одной вёсце умер брат. И было такой случай, что в одной деревне умер брат. А więc то было на Украине Западной. Это на Западной было Украине. Был Związek Radziecki. Это тогда был Советский Союз. Околица была dość преследована przez władzę ówczesną. Та власть, она преследовала христиан. А więc в этой вёсце был только один христианин. Именно в этой деревне был только один христианин. Dowiedzieli się bracia, że przyszykowani są władzy, że jak przyjadą oni zrobić pogrzeb, to od razu z miejsca poaresztować. I bracia uznali, że władzy przygotowali się k temu, jak tylko bracia przyjedą dla tego, żeby совершить похороны, сразу ich aresztować. Więc nas wybrali, którzy nie mieli 18 lat, od 18 lat w dół. Поэтому нас избрали тех, которые не имеют 18 лет, поэтому от 18 лет и ниже. И мы такая молодая рота. И мы такая молодая рота. Отправлялись мы погреб в этой вёсце. И проводили погребальное богослужение в этой деревне. И так Пан Бог поблагословил. И так Бог благословил, że tego zmarłego my pochowali, что этого умершего мы похоронили, а в вёсце инне ужили. В вёсце инне навучились. В этой деревне другие обратились к Господу. И была bardzo ciekawa sprawa. И было весьма интересно. Пришло мне ещё как раз закончить тон услуги в чаше погребу. И мне однажды пришлось завершать богослужение погребальное. Obok koło mnie stało pięć kagabistów, którzy przyjechali na koniach. Рядом со мной стояли пять кагабистов, которые на лошадях приехали. I w tym momencie ktoś rzucił dość duży odcinek cegły, chciał mnie uderzyć cegłą. И в этот момент кто-то бросил в меня большой кусок кирпича, хотел в меня попасть этим кирпичом. Я раз не попал, мне не ударил. И, он не попал и не ударил этот кусок. А служба безопасности так же сденервовала. Этот комитет безопасности так он стал нервничать. Кто-то сделал. Кто-то сделал. Для того, что это было дождь дуже видовиску, школа пришла, то налечили до 500 детей. Потому что это было такое огромное событие, пришла школа, это было около 500 детей. Цела вёска сошла. И вся деревня сошлась. И они не могли знать, кто то сделал. И они не могли найти, кто это сделал. И запомнили, что робят. И забыли, что они делают. И как я попросил до молитвы. Как я попросил, чтобы совершить молитву. То они запомнили и тоже стягнули шапки, разом с нами еще молились. И поэтому не забыли, и тоже шапки сняли, вместе с нами молились. А под конец, как еще трошки сориентировали. А в конце, как уже сами сориентировались. То шибко заложили шапки. Они быстро свои шапки там такие специально были надели. Таких подобных справ можно оповядать досить дуже. И похожих ситуаций можно весьма много рассказывать.
Але візьміть собі, но возьмите себе то, Біблії. Біблії возьміть. Дойдіть до листу апостола Петра. Возьмите послання апостола Петра. Лист перший. Перше послання Петра. Розділ 5. 5 глава. Я прочитав тільки півтора вірша. Я прочитаю тільки півтора стиха. Прошу би вас всіх сердечно. Я прошу вас всіх іскренно. Добре запам'ятайте цей вірш. Хорошо запам'ятайте цей стих. Бонці чезві. 8 вірш, 5 розділ, 8 вірш. 5 глава, 8 стих. Бонці чезві. Чувайте. Пречівник ваш диявол. Ході вокого, як лев речонце, шукаючи кого би похлонути. Przeciwcie mu się mocnie w wierze. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. В молодом веке люди проходят через разные доświadczenia. В молодом возрасте люди проходят разные испытания. Трудно би було то полічить, направда. На самом деле було трудно це все перечислить. І віжонцем молодим людям треба бути дуже моцним в вірі. І молодим віруючим людям весьма сильними треба бути в вірі. Хочу вам повідчить таке певне пережиття своє. Хотів би вам розказати определенне переживання в своїй житті. Не хотів би, абисти ви то пережили. Я би не желав, щоб ви это пережили. Я в своїм зборі ще того ніколи не мовив. Я в своїй церкві ще ніколи об этом не говорив. Але ту якось так ми ще оложило перед з організуванням тієї конференції, мені прийшло на серце, аби ще з вами поділити. Ну так здесь произошло, что перед организацией этой конференции мне на сердце возникло, чтобы вам с вами поделиться об этом. Пам'ятаємо всі такі слова біблійні. Ми всі пам'ятаємо такі слова біблійські. Зле розмови псують добрі обичаї. Худые сообщества развращают добрые нравы. Люди собі не попросту на мысль не припущают злые розмови между народом віжонцем, як они шкоду духовно. Людям даже на мысль не приходит, что плохие разговоры насколько вредят духовным людям. Вони не суть без овоцу, вони приношують не раз обфіти овоц, але злий овоц. Вони не являються безплодними, вони приносять плод, но подчас это плохой плод, эти плохие разговоры. В своїй службі для Пана Бога якось попросту духово ослабуєм. В своє время служение для Бога, как бы я духовно ослаб. А чому ослаб? А почему ослабел? Направде я сильно миловав всіх віжонців. Так наистину я всех любил верующих. Сильно. Мені не прикшило, що як я прийшов з громадзення, а там були самі сестри, і то в подешлому віку. Мне не было такого, что какое-то нехорошо, когда я приходил на богослужение, а там были только одни сестры. И то в том пожилом возрасте, скажем. Мне не трудно было нигде еще знались, всюду зналазывающе добре. Мне не тяжело было, и в любом месте мне приходилось, и мне было весьма хорошо. У нас был такой простой пастор сбору. Был такой простой пастор церкви. Не был навіть якимсь таким вибитним казнодієм. Не был таким проповедником особенным. Но он сильно евангелизовал людей по домах. Он сильно евангелизировал людей по домам.
Він цей збір увірив від одного чоловіка. Вся церква вірила от через одного чоловіка. Але я услышав раз, другий, десяте зле розмови причівку ньому. Но я услышав раз, второй и десятый плохие разговоры напротив него. И на его родине, и о его семье. Но бо не так и не инне, не бенде того, как раз здесь вспоминал. Но потому что не такие, не другие, об этом уже я сегодня не буду вспоминать. И как то еще так долго тягнуло, я зачем еще припатривать, чтобы сконтролировать, что то есть правда. И как это продолжительное время продолжалось, я начал уже контролировать, на самом деле это правда, начал присматриваться. А был уж мой момент, что моя вера ослабла. А был такой момент, когда моя вера ослабела. И я уж не видел той тяжкой працы того человека. Я уже не видел того тяжелого труда этого человека. На поле, где щерпем и косом збоже споро збирал. На полях, где серпом и косой урожай из полей собирали. И бардзо часто з лясу на плечах дрэва ще до дому приносили. И очень часто на плечах из леса дрова приносили домой. А под вечер он ще пошел до якогось дому и свячив о Христусе. А вечером ще пошел в какой-то дом и свидетельствовал о Иисусе Христе. Но то для мені уж не було видочно. Но для мене этого ще не я этого уже не видел. І я зачав тільки шукати, що там є злого. І я став искать, що там плохого. І так слабневим і слабневим духовно. І так ослабевал і ослабевал духовно. Я вас сердечно прошу. Я вас искренне сердечно прошу. Не проводьте злих розмов. Не ведите плохие разговоры. Суть бендечи дело Боже. Вы будете портить дело Божие. Будете задавать раны Христосови Пану. Будете причинять раны Иисусу Христу. И мимо моей горливости и милости до Пана Бога я перестал мовить казание. И несмотря на мою искренность и жажду Богу, я перестал говорить проповеди. Я не имел что говорить. Я не имел что говорить. Я не имел еще тот засоб поджал, которого никогда не могем скончить. Я не знал, куда девался этот резерв, которого не мог сегодня не могу закончить как бы. А потом приставим и читать. А после этого я перестал и читать. А в конце приставим ходить на набожество. А в конце перестал ходить и на богослужение. Мені так запах свят. Мені так став приятен запах этого мира. Що я хотів трошки там побачити до того свята. Що мені захотілося немножко посмотреть в этот мир. 11-12 лет, то там я ніць велі не мог розуміти, що є в світі. Знаєте, там 11-12 лет я настільки не мог понимать, что там происходит в этом мире. Я перестал ходить в сгромадзенье. Я перестал ходить на богослужение. Поинтересовался этим святым. Заинтересовался этим миром. С початку то всё мне было приятно. Вначале это было для меня очень, ну, приятно. Оно звёшка не всё есть видочно. Знаете, сверху оно не всё заметно. Але так трошечки вінці і вінці потім можна все познати. Но позже більше і більше можна все познати. І повім так щиро. І так іскренно скажу. Хоч та історія не була так довга. Хоча та історія не така продовжительна була. Того було всього півроку. Всього там длилось півгода. Що я не ходив в згромадзення. Що я не посещав богослужіння. Але як ще зійшли хлопці з вioski всі разом, бо на сам пшут йшли до своїх дівчат, а потім ще сходили разом. Ну, когда все парни з деревні собрались все вместе, потому что вначале они ходили своим девушкам, а потом после этого все вместе собрались. І дуже часто, як ще зійшли до купи, насміювались із своїх дівчат. І дуже часто, когда они вместе уже сошлись, они насмехались со своих девчат. Я трошки иначе был им выхованным. Я немножко иначе был воспитан.
В засаді то вам повім правду, з жодною дівчиною не сплонтався. Так вправду вам скажу, ні з якою дівчиною я не зв'язався. Бо може би то ще тягнуло дуже довго. Тому що, може би, це довго продовжалось би. Мені було дуже шкода. Мені було дуже жаль. Że oni no po prostu i przytulają i pocałują, a potem się naśmiewają. Że oni w начале i przylaskają i całują, a później nasmiechają. Ja obiecają, że się będą żenić, a żaden tego na myśli nie ma. I obiecali, że będą żenić, a nikt z nich nawet w myślach tego nie miał. I to mnie trochę zrujnowało. I to mnie niemnożko tak to... Как бы уничтожала, скажем так, да? И ходил я очень смутно. Я весьма такой опечален ходил. А мама моя так плакала. А моя мама так плакала. А отец мой так плакал. А мой отец так плакал. А целый сбор так плакал. А вся церковь так плакала. А мое сердце не могло плакать. А мое сердце не могло плакать. Чего они плачут? Чего они плачут? Это моя справа. Это мое дело. Пойдет до пекла, то я, а не они. Пойду в ад, это я, а не они. В той хвиле очень мудрый. В тот момент как бы был в глазах своих весьма мудр. Но в злым. Но в плохом. И мимо того всего, я не видел, что я так далеко отшел от Бога. И несмотря на то, я не замечал, что я весьма далеко отошел от Бога. Здоровье мне не позволяло, чтобы я себя опиял. Мне состояние здоровья не разрешало, что я так упивался. Мой организм не принимал за дужу алкоголя. Мой организм не воспринимал много алкоголя. Но без алкоголя не было. Но без алкоголя не было. И певного часу в субботу, памятам я где-то, это был месяц май. И определенное время, это в субботу, в месяце мая. Я вертався додому вночі коло першої години. Я возвращался домой в час ночи. І дуже глибоко застановився. І весьма глибоко задумався. Що буде далі? Що буде далі? Тут згубив життя духовне. Здесь потерял жизнь духовную. А то ніц не знайшов. А здесь я ничего не нашел. Ані приятеля чи приятелки не знала. Ні друга, ні подругу не знайшов. І йду додому, дуже застанавливаюся. І йду домой і так задумуюсь. Поневаж ми мешкали на вёсці. Потому что мы жили в деревне. Я главным дорогом шел до своего дому. И главной дорогой я зашел в свой дом. Trzeba było mnie na lewo skręcić w uliczki, podjazd do naszej gospodarki. I надо było na lewo powrócić podjazd k naszemu хозяйству. I ja jak raz zrobiłem w lewo powrót. I jak tylko ja zrobił na lewo powrót. Ja patrzę na samym właśnie tym jakby pół skrzyżowaniu. Ja widzę na tym перекрестке, jakby, половина перекрестка. Na tej mojej ścieżce. Na moim tym пути. Leży osoba. Какая-то душа лежит. Лежит человек. Человек лежит. Я слышу, как этот человек говорит. Я слышу, как этот человек говорит. Я есть Иисус. Говорит, я Иисус. А ты так по мне депчешь. А ты меня топчешь. Я не знаю, бо я не мам виображення, але мені ще тоді так видавало. Я не знаю, не маю представлення, но на той момент мені так казалось, що мені волосся станели просто на єжа. Що мені волосся просто єжом стали. Я цовнув в тил. Я віддав, як би, назад. І істота щезла. І це... Исчезла как бы. Więc zrozumiałem, co ja robię. Поэтому я понял, что я делаю. Постановил не выйти до мешкания.
до дому, де мешкалишме. Я решил не входить в дом, где мы жили. А другий будинок господарчий был, там была такая стодола, там слома, сяна, а часть была стайня, где были кони, крови. И другое такое здание было, где как бы хозяйственное такое помещение, а часть была, где кони находились. Я вешал себе на вешк, на тен стрих, как бы на первый пент. Я как бы вошел наверх, на, как бы на первый этаж. От земли был в границе 3-3,5 метра. От земли, ну, первый этаж на польском, вообще-то на русском это второй этаж. От земли было где-то 3-3,5 метра. Положимся на сломе, чи на сяне, уж не помню. Я лег на солому или на сену, я уже не помню. Что я сделал? И что я наделал? Молиться не могу. Молиться не могу. Стыдящим Бога. Стыжусь Бога. Облудни что-то там в себе шептать, я не умел и видел, что это еще хуже. Обманчиво что-то себе шептать, я понимал, что это еще хуже. Звернувшись до Бога, то мне так было стыдно, как бы кто из вас в той хвиле посередку станул в таком стане, как еще наш яд народил. Не обратиться к Богу, это как будто сейчас среди вас встать человеку в таком состоянии, как будто только сейчас родился. Как бы в огуле без жадного одения. Такой огромный стыд. Как будто абсолютно без всякой одежды. Это стыдно весьма. Что только помышли и очи надул, хоть темно есть, але всё едно те духовые очи, они где-то там трошки подшили до горы из-за стыда в дух. И эти, хотя вокруг было темно, эти духовные глаза немножко смотрели вниз и вверх и вниз. Как долго то было, то не знаю. Как это долго продолжалось, я не знаю. Але то было пекло. Но это был ад. То было страшно. Это было весьма страшно. Тут шима цось. Здесь нечто держит. В целом поенчу стыд. Все осознание это стыд. Хочу только еще сказать, что належу до таких людей и належалем. Я хочу сказать, что я принадлежу к таким людям, что я никогда не боялся. Что никогда не боялся ничего. То значит, что кто-то там ласком по голове или по плечам может дать, то справа другая. Но для каких-то духов, каких-то страхов, для меня это был смех. То, что какой-то палкой кто-то по плечу может ударить, или что, это другое дело. Но если какие-то страх духов, это было для меня смешно. Надходит момент, что я начинаю себя бать. Наступает такой момент, что я начинаю бояться. И вижу, что будет со мной зле. И вижу, что будет плохо со мной. То не сон, который буду оповедовать. Это не сон, который я буду рассказывать. Я чую, что мне сила зла, сила демонична подносит до горы. Я чувствую, что злая сила, демоническая сила меня поднимает вверх. И все раз то выше. И все, с каждым разом все выше и выше. По день дешевше могу ограничить, что уж был поднесен, был, наверное, где-то до 60 сантиметров. И на сегодняшний день могу определить, что я где-то на 60 сантиметров был поднесен такой. И мне приходит такая мысль. И мне приходит такая мысль, что если я однак не звернусь до Бога, то я впадну 3,5 метра на дух. Что если в данный момент не обращусь в Бога, что я 3 или 3,5 метра упаду туда вниз. Земля была как бетон набита. И земля была как бетон утрамбована. И когда я так уже был поднесен до горы. И когда я был так вот преподнесен вверх. Я так прищивый свой духовный взрок начал кировать до горы. Я так через силу свой духовный взгляд стал обращать вверх. Ввысь. И однак вынужил наступное слово. И как бы извлек такие слова следующие. Ойче. Отче. Если то есть возможно. Если только возможно. Шебач мне, ратуй мне богине.
Прости меня, спаси меня, потому что я погибаю. И в том моменте эта сила меня пустила, и я на том сломе спал. И в этот момент эта сила меня пустила, и я упал на эту солому. И когда ты первое слово даем рады выповедить, и когда я сумел высказать эти первые слова, мне сильно полетели слезы с уст, мощно плакать. И меня сильно потекли из глаз моих слезы, и мне стал я сильно плакать. И просить Бога о прощении. И просить Бога о прощении. Тем таки огромный стыд, что не мог бым до горы пачить мину. Это время такое, что момент, который было стыдно, что не мог смотреть ввысь, это прошло. И начал признавать свои опадки перед Богом. И стал исповедовать свои падения пред Богом. Недолго я чекал на помощь, зупевную помощь. Я недолго ожидал на абсолютную помощь. В тот час Пан Бог мне помог. В этот момент Бог мне помог. Постановил вручить на набожанство. Я решил вернуться на богослужение. И был в том дню уже в своем набожанстве. И в этот день я был уже в собрании. Снова для моих сестер и братьев и родителей. Опять для моих сестер и братьев и для родителей. Но был как чуд. Было как чудо. И оттуда. И с того момента. По день дальше. По сегодняшний день. Робив жичу помилки. Делаю ошибки в моей жизни. Падам. Падаю. Встаю. Встаю. Подношу мне Пан Иисус. Поднимает меня Господь Иисус. Dlaczego to chciałem powiedzieć wam? Почему я хотел сказать для вас это? Чтобы вы этого не робили. Чтобы вы этого бы не делали. Там ниц нема в том свете. Там ничего нет в этом мире, миру. С виёнким брудов и бесстыд и кшивда. За исключением нечистоты, бесстыда и обиды. И не задавайте Збавителю смутку, как я в тот час задал. И не причиняйте Спасителю печали, как я в свое время это делал. То было, я не имел еще 20 лет. Это было, не, я тогда не имел еще 20 лет. No. Еще раз прочитаю вам. Еще раз прочитаю для то вас. Самое место, то же самое место. Чтобы вы хорошо помнили. Чтобы вы хорошо помнили. Будьте трезвы. Трезвитесь. Чувайте, пильнуйте себе самого. Бодрствуйте, сами себя держите. Противник ваш дьявол. Потому что противник ваш дьявол. Ходит вокруг, как лев рычанцы. Ходит, как рыкающий лев. Шукает, кого бы похлонуть. Ища, кого поглотить. Противче муще мощни вы вежи. Противостойте ему твердую верою. Еще другое место. Еще одно место. Чтобы тривать в вере и с противником. Чтобы пребывать в вере и противостать ему. И целый час противиться ему. И все время противостоять ему. Хотел бы прочитать еще одно место. Хотел бы прочитать еще одно место. Иова. Это книга Иова. С 28 раздела. С 28 главы. Я то, что сейчас делаю, делаю очень жадко. То, что я сейчас буду делать, я весьма редко это делаю. Но не раз делаю. Но иногда это делаю. Я вас прошу в имени Иисуса Христа. Я вас прошу во имя Господа Иисуса Христа. Я с этого раздела прочитаю только несколько версетов. Я с этой главы прочитаю только несколько стихов. Вы постарайтесь сегодня
Przed spaniem każdy z was przeczytać ten cały rozdział. Вы сегодня постарайтесь перед сном прочитать всю эту главу. То есть 28 раздел. Это 28 глава. Он не так и дуже. Это небольшая глава. Я прочитаю от версету 20. Я с 20 стиха прочитаю. Скунд венз бежеше мудрость, где есть место разуму. Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Otchłań i śmierć mówią, słyszeliśmy więc oni na własne uszy. Bóg wie drogi do niej, tylko On zna ей сидибе. Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаяна. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Бо только Он паче на крайце земли, i widzi wszystko, co jest pod niebem, gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód, gdy deszczowi wyznaczył prawo i szlak dla błyskawicy, wtedy ją widział i zgłębił. Ustalił i wypróbował i rzekł do człowieka, oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Tego życzę wszystkim wam. Ibo on prezirает do końców ziemi i widzi pod wszystkim niebem, kiedy on wietru polagает wies i располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Слава Пану Богу! Слава Господу Богу! Не мечтал им повидеть, что со в той хвили повидеть. Не думал я сказать то, что в этот момент скажу. Але щось мені тут і диктує. А, ну что, нечто здесь мне подсказывает. Если есть кто-то на этой сале. Если кто-то здесь присутствует в этом зале. Подобный до мне. Похож на меня. В овом часе. В тот момент. Может не в так аж мощно заангажован. Может не так полностью как бы посвящен. Але венцей виджи у своих братьев злего, як доброго. Но больше у братьев своих видеть плохого, нежели доброго. Венцей виджи в зборе злего, як доброго. Больше в церкви видеть плохого, нежели доброго. Хорошего. И преважнее всё не так. И прежде всего всё не так. То есть крок. Это есть шаг. До пекла. В ад. То есть крок. Это шаг. До такого стану, как я прожил. В такое состояние, в котором я пережил. С такого стану не вырвешься сам никто. С такого состояния не вырвется никто. Абсолютно. Абсолютно. Бо вовчас тен лев речонцы. Потому что тогда рикающий лев. Юж ма тего человека в духовный способ своей пащи. Уже духовным образом имеет своей пасти. С той пащи не вырвешься сам никто. И с этой пасти никто сам не в состоянии вырваться. Не вид физичный способ. Даже физическим образом. Я только найду двух людей в Библии. Я только двух людей нахожу в Библии, же не боялись льва, которые не боялись льва. То есть Давид. Это Давид и Самсон. И
Самсон. Навіть фізичний спосіб впасть. Даже фізичним образом впасть. На дорогі, де є лев. На пути, на котором лев находится. Страшно. Это страшно. А в духовний спосіб. А духовним образом. Пасть, впасть. Впасть. Тому, который сопротивлялся Богу. Тому, который противится Богу, и целый час только старается делать зле, и который все время старается делать только плохо, мы не в силах сами. Мы сами не в состоянии. А стоит питание. А стоит вопрос. Чего мне на это поверить? Даже мне тяжело сказать. Невідомо, чи кожному так стане на дорозі Пан Ісус. Неізвісно, стане ли на його пути наш Господь Ісус. Я того не заслужив, а й не заробив. Я того не заслужив і не заработав, як би це. Якщо б когось трошки сумління меншило. Якщо кого-то немножко совість осуждає. Є можливість. Є можливість. Вас згромадив Пан Бог через перед обличчя своє. Вас собрав Господь перед лицем своїм. Ту є Ісус. Здесь Ісус. Ту є Ісус. Здесь Ісус. Он повідомив виразно. Он ясно сказав. Де вас двох або трьох? Где вас двое или трое? А ту пара сеток. А здесь не пару сотен. Я буду посередку. Я буду серед вас. Он вам поможе. Он вам поможе. Ми будемо ще молитися. Ми будемо молитися. Якщо б хтось потребував такої допомоги. Якщо хтось нуждається в такій допомозі. Як я потребував тоді, коли перестав казання мовити. Коли я тоді нуждався, коли перестав говорити проповіді. Коли я перестав читати в згромадженні Євангелії. Коли я перестав читати в собранні Євангелія. Не вім чому так, зі мною якраз тоді ніхто не порозмовляв. Не знаю, чому так, але тоді ніхто зі мною не бесідував. А коли почали розмовляти, вже було запізно. А коли стали бесідувати, було вже поздно. Для того я дійсно мовлю до вас іменем Пана Ісуса Христа. Поэтому я сегодня говорю вам во имя Господа Ісуса Христа. Не виходьте з цієї сали, де єстеще в подобному положенню. Не вийдіть до пшоду. Не виходите з цього залу, коли ви знаходитесь в похожому состоянні. Виходите сюди вперед. Ми разом з вами будемо ще молитись, ще буде цілий збор. Ми вместе з вами будемо молитися, буде молитися вся церковь. І да вам помочь Пан Ісус. І дасть вам помочь Господь Ісус. Ми станемо на ноги, будемо ще молитися. Станемо на наші ноги, будемо молитися.